37 глава книги пророка Иезекииля. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей. И обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне: «Сын человеческий, а живут ли кости эти?» Я сказал: «Господи Боже, Ты знаешь это». И сказал мне: «Изреки пророчество на кости эти и скажи им: кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям этим: вот я введу дух в вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь». Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своей. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне: «Изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут». И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили и стали на ноги свои. Весьма-весьма великое полчище. И сказал он мне: «Сын человеческий, кости эти — весь дом Израилев. Вот они говорят: иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня. Посему изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог: вот я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву. И узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших. И вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я, Господь, сказал это и сделал, говорит Господь. И было ко мне слово Господне: ты же, сын человеческий, возьми себе один жезл и напиши на нем Иуде и сынам Израилевым, союзным с ним. И еще возьми жезл и напиши на нем Иосифу. Это жезл Ефрема и всего дома Израилева, союзного с ним. И сложи их у себя один с другим в один жезл, чтобы они в руке твоей были одно. И когда спросят у тебя сыны народа твоего: не объяснишь ли нам, что это у тебя? Тогда скажи им: так говорит Господь Бог: вот я возьму жезл Иосифов, который в руке Ефрема, и союзных с ним колен Израилевых, и приложу их к нему, к жезлу Иуды, и сделаю их одним жезлом, и будут одно в руке моей. Когда же оба жезла, на которых ты напишешь, будут в руке твоей пред глазами их, то скажи им: так говорит Господь Бог: вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду, и приведу их в землю их. И на этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут впредь разделяться на два царства, и не будут уже осквернять себя идолами своими, и мерзостями своими, и всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут моим народом, и я буду их Богом. А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их.
и они будут ходить в заповедях моих, и уставах, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их, и будут жить на земле, которую я дал рабу моему Иакову, на которой жили отцы их, там будут жить они и дети их, и дети детей их вовеки, и раб мой Давид будет князем у них вечно. И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними, и устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки. И будет у них жилище мое, и буду их Богом, а они будут моим народом. И узнают народы, что я Господь, освящающий Израиля, когда святилище мое будет среди них вовеки.